These men of the north, they have suffered too long. The anger, it swells in their veins. Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить сюжетную кампанию Скайрима. Мы находимся в Устенгреве. И это наша вторая серия прохождения этого подземелья, блин. В прошлой серии мы как бы начали исполнять наше последнее испытание для седобородых. Встретились сначала с некромантами, а потом и с драуграми. Вот теперь паучки. Это меня не радует. Ни разу. Вот оно чё. Значит, пришли. Ну, чуть-чуть я не дошел до конца в прошлой серии. Но это уже и не важно. Кто-то тут, я смотрю, разобрался с драуграми. А, все, понял. Давакин, нам нужно поговорить срочно. Отправляйся в таверну «Спящий великан» в Ривервуде. Сними комнату на чердаке, я встречу тебя там, друг. Ну спасибо, мать твою, друг. Угр, ну заберем твое золото. Я, конечно, хотел не брать, но... Орки ведь у нас суеверный народ. Верят во всякое дерьмо. Ну, ладно, это не важно. Так, урны. Золотишко, колечко. Еще золотишко. Ох, как мне нравится звук монет. Так. Что в руке? Гранат. Амулет Мары. Щит не буду брать. Щит говно. У меня получше. К тому же и на продажу его нормально не продашь. Так, еще колечко. То, что золото. Нормально так сходил. Так, продолжаем. Это уже походу выход. Поднял уровень. Это тоже не может не радовать. Хотя, по-моему, поднял его в прошлой серии. Сейчас посмотрим. Да, поднял его в прошлой. О, одноручное оружие уже на 40. Если вы смотрите эту серию сразу после предыдущей, так подумайте, что я какой-то склеротик. Просто я не играл уже два дня. Как срез. Поэтому вот так вот по чуть-чуть все вспоминаю. Блин, урна пустая. Зелье лечения сберу. Что тут еще? А не буду копаться в этих урнах, блин. О, сундук. А вот сундук, пожалуй, я загляну. Так, пустой камень душ не буду брать. Какого? Выпустите меня. Так. Куда дальше? Понял. Да-да, а вот и некроманты. Выходим отсюда по-быстрому. И отправляемся в Ривервуд. То есть сначала тут, походу, жили бандиты. Потом пришли некроманты, им навешали. Те начали пробираться вглубь, им надавал я и порешал просто всех вышеупомянутых. Сундук. Нет, я его не лутал, это странно. Возьмем свиток, заберем. Орки у нас любят ковать оружие. Именно поэтому я буду качать навык кузнечного дела. Сейчас посмотрим, как у меня там обстоит с ним дело. Кузнечное дело. 21. Не изучено ничего. Так, ну сначала эльфийское это пойдет
ответвление на легкую, а двемерское, орчье и эбонитовое – это будет твоя мать. Это будет тяжелое, правильно? Сложенные типы брони. Да-да-да. Стеклянные, потом драконьи доспехи. То есть изучаем это. А что у нас на двемерские? 30, на орчи 50. Хорошо. Теперь при помощи быстрого перемещения отправляемся в. Куда мы отправляемся, мать вашу? А, в Ривервуд, точно. Нам же оставили записку. Сними комнату на чердаке. Ледяной тролль. Сложный тварь. Сложный. Конечно, на моем уровне пока еще сложный. Если мой билд сработает, а он сработает, я буду нагибать все и вся. Просто... Не стоит мне в покое. Это как понимать? Слышишь, подожди. Тэп вампиров? Знаешь, я вообще-то обручена. Так что даже если не снимаешь его... Культуристы, стоп. Ой, блин. Я не смею позорить Легиона, успокойся. Ой-ой-ой, что-то я там жестокое вообще натворил. Давайте-ка загрузимся. Тэп вампиров прибежал. Вот это срака, вот это я попал, короче. Так, давайте-ка Скайримчик. Это где-то в период, когда я вышел, наверное, из Устенгрева. Короче, вот это называется не выключил дополнение. Происходит вот такой вот мрак. Это меня реально напрягает. Сейчас мы с этим разберемся. Сначала напинаем жопы культуристам, потом вампирам, а потом выключим это сраные, эти сраные дополнения, чтобы они не мешали мне проходить сюжетку. Алтарь Мируна Садагона. Принц разрушения, да. Такая очень-очень большая дрянь, которая пыталась разрушить имперский город. Не стоило сюда приходить. Так, ну там, я думаю, с тэпом вампиров разберутся. Здорово, брат. Да, я думаю. Your lies for when Lord Mirak appears, all shall bear witness. Come on. Та-та-та, давайте-ка отойдем от города. И тогда я вас раздуплю по полной программе. Чё, не хотите? Так, это кто? Зачем трепыхаться? Твоя кровь уже моя. А вот он, блин. А кто это умер? Горстка пепла. Свен? Я тебя поздравляю, ты дурак. Ты доигрался. Эти вампиры стали настоящей напастью. Алвар. И тебе доброго дня, друг. Алвар, ты живой. Слава богу. Так, культурист, мать твою. С мечом в руке. Скотина. Так, и второй. Зелье разрушения. Заберу, пожалуй. Угу. Смотри без глупостей, орк. Да рот закрой. Так, а это кто умер? А, это тэп вампиров. Ну и хер с тобой. Так, ну так вот, блин, нас встретили в Ривервуде. Все сразу.
Все два дополнения. Так, привет, дельфин. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность — следить за приезжими. Это понятно. Я хочу снять комнату на чердаке. Чердак? Да. Что ж, у нас нет чердака, но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Ну, ладно, допустим. То есть, ну, подождем давайте. Фу. Ложиться спать еще не буду. Вот и снимем шлем, чтобы можно было поболтать нормально. Значит, ты дваки. Да. А тебе многие говорят. Ты не это ищешь? Рок. Нам нужно поговорить. Иди за мной. Ну, давай. Поговорим. Что ты мне сможешь рассказать, дельфина? По поводу дракона и седобороды. Так вот, теперь можно поговорить. Опа. Тайная дверь. Я уже не так, чтобы этому удивляюсь, ибо я это все помню. Но надо отыгрывать роль. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Прошу прощения, мне назначена встреча с другим человеком. Надеюсь, ты просто прикидываешься. Это я оставила записку в Эстенгрейве. Да? Нихера себе. Мне казалось, ты повыше будешь. Хорошо. Скрываться и значит казаться кем-то другим. Что тебе от меня нужно? Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талмарцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Допустим. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Ну... Хорошо, хорошо, хорошо. Зачем ты ищешь Довокина? Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ясно. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Да. Я поглощу какую-то силу у дракона. Это все, что я могу сказать. Нет времени играть в нерешительность. Ты либо Довокин, либо нет. Допустим. Но скоро я сама это пойму. Ты мне не доверяешь, что ли? Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Хорошо. Хорошо, почему драконы возвращаются к жизни? Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если ладно. У нас все получится, хорошо. Я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Хорошо. Куда мы идем? Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Роща Кин. Это Винхен. Хорошо. Пошли, мне убьем дракона. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готов. Опа, и переоделась. Четко. Как-то лучше.
пойдем по дороге в рощу Гир. Так, что тут у тебя есть-то? Стальной меч, меч клинков. Орчий двуручный меч. Хорошо, мне это нравится. Заберу. И заберу, пожалуй, двуручку у тебя. Она тебе все равно не нужна. Оргнар, я отправляюсь к хозяину часоверной до моего возвращения. Золотишко. Вот оно. Тебе это просто так попалось под руку? Что такое? Ты что сказал? А что это ты двоишься? Двоишься? Болеешь или чё? На, выпей. Есть у тебя эль или мёд? Эль есть. Держи. Есть у тебя эль или мёд? Так я же тебе дал уже, скотина. Да, скорее. Ну ладно, хер с тобой. Тебе мало, походу. Отправляемся. Так, каким образом я туда добираться буду? Можем пойти вместе или разделиться и встретиться. В чем дело? Давай еще раз ты мне это скажешь. Роща Ким. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно... Хорошо, иди сама. У меня такое вот будет... Винхельм. Значит, конюшня. И от Винхельма туда. Так мы сэкономим намного больше времени, чем вот это вот сейчас пилить. Так, я хочу нанять твой лимузин. Подвезти? Да. Ну, куда едем? Отвези меня, Винхель. Залезай обратно и отчаливай. Первый раз Винхель. Говорят, он старше всех городов в Скайриме. Считается. То есть мы едем в легенду. Хорошо. Ульфрик Буревестник заседает в этом городе. Кстати, я походу знаю, чем я займусь в следующем. Это будет не очень интересно, но тем не менее, это будет часть игры. Надо будет вступить за Имперский Легион. Так, оденем наш шлем. И вперед. Роща Ким прямо по курсу. Я думаю, с этим драконом мы решим дела быстро. Надеюсь, что так. Так, а почему у меня два маркера? Потом. Идти место погребения дракона. Вот. В эту сторону. Ой. Блин, походу резко поменял. Так, мне походу наверх, я неправильно пошел. Роща Кин. Где-то здесь. Да, вот она. Где люди? Уже поразбегались? Ой. Детка. Да твою мать. Уже, походу. Походу, уже. Так, тогда сохраняемся. И погнали. Убивать дракона. Давай. Так, я опоздал, я знаю. Дельфин, а ты там как, норм? Ты еще не бьешься?
Так, вижу прямо по курсу Орчью крепость. Давайте опять сохранимся. Неплохо было бы взять с собой кого-то из напарников. Ой, блядь. Альдуин. Давно не виделись, на самом деле. Здорово, мать твою. Так, что у меня тут? Безжалостная сила и ярость берсерка. То есть, в принципе, крикнуть можно. Сейчас только посмотрим, насколько она талант. 60 секунд. Половинный урон, а сами наносите двойной. Хорошо, 60 секунд. То есть это перед тем, как я начну атаковать. Нормально. Давай. Кричи уже. А что такое? А все, пошла жара. Вот он. Ой. А ты уже сразу, да? Так, сейчас мы выпьем зельечко. А то я что-то тупанул. У меня есть зелье защиты. Так, зелье здоровья болезни карманника купца. Вот. Сопротивление огню. А тебя изрежу просто сейчас. Должно быть. Они еще где-то... Как буханку хлеба. Вышло... Подожди. Что-то происходит. Велите его, нет. Ты правду? Давай сюда свою силу. Да. Я и правду давай. Если ты об этом спрашиваешь. Так, а у меня зелье есть на тяжелую ношу, по-моему. Зелье иллюзии, карманника купца разрушения. К сожалению. Давайте хоть... Блин! Перегружен. Зараза, ну... Придется одну косточку все-таки выложить. Вы не можете использовать этот предмет. Так я складировать его хочу. Так. И возьмем одну... Блин, все равно не хватает. Ну ладно, сейчас что-то выкину. И будет самое то. Так, кирка нужна, меч пускай будет. 2,5. Ну, давайте выкинем. Я знаю. О, жара. Самый топ. Я обещала тебе все рассказать, верно? Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Угу. Давай. Чего ты все-таки хотела от меня? Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Ясно, понятно. Более 200 лет с момента гибели последнего дракона, рожденного императора, клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Хорошо. Каков наш следующий сначала шаг? Нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар. Наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Mm.
Почему ты думаешь, что Талмар в этом замешан? Доказательств нет. Хорошо. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен. Кому это на руку, кроме Талмара? Хорошо, я тебя понял. Итак, нам нужно выяснить, что Талмар знает о драконах. С чего начать? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Угу. Они еще большие параноики, чем я. Хорошо. Так как мы туда попадаем? Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею, посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Понимаешь, Дельфина, когда у меня есть ярость берсерка, никакой долбанный дракон меня при этом не остановит. Что ж, вот такая вот серия, наш второй дракон. Продолжим в следующих сериях. С вами был Марс, всем пока, до новых видео.